Всем привет! Продолжаем гулять по моему городку Петербургу. Смотрим на наши мосты, на одни из наших мостов, по которым я иногда хожу. Второй зимний мост. Автодорожный арочный мост через Зимнюю Канавку соединяет первый и второй Адмиралтейские острова в центральном районе Санкт-Петербурга. Я зачитываю Википедию, часть беру с сайта City Walls, часть из Википедии. Расположен по правой нечетной набережной реки Мойки между домами номер 31 и номер 35. Выше по течению находится первый зимний мост, ближайшая станция метрополитена Адмиралтейская. Название моста известно с 1940 года. В этом году для пропуска праздничных демонстраций на Дворцовой площади был построен деревянный балочный однопролетный мост. В 1964, через 24 года, мост был перестроен в однопролетный арочный со сплошным железобетонным сводом по проекту инженеров Ксенофонтова и архитектора Носкового. Мост однопролетный арочный. Пролетное строение выполнено в виде косого в плане сплошного железобетонного бесшарнирного свода. Надо отметить, что Зимняя Канавка впадает в Мойку под углом. Опоры моста из монолитного железобетона на свайном основании, облицованы гранитными плитами. Длина моста 20,5 метров, ширина 10. Мост предназначен для движения автотранспорта, пешеходов. Проезжая часть включает в себя две полосы для движения автотранспорта, покрытие проезжей части тротуаров, асфальт и бетон. В качестве ограждения использованы глухие гранитные парапеты. Фасады моста облицованы розовым гранитом. И внешне он повторяет облик соседнего первого зимнего моста, завершая ансамбль Зимней Канавки. Хороший мост, я часто здесь прохожу, когда гуляю. Вот, смотрите фотографии, это у нас был один из мостов, его название «Второй зимний мост». Архитекторы, инженер Ксенофонтов и архитектор Носков. Пока-пока, до свидания.